И ваши аплодисменты! Вот вместе с нашими гостями! Лыжня России – одна из самых массовых спортивных акций. Череповце с каждым годом участников становится все больше. В этом году мероприятие проводилось даже сразу в трех районах города. В Заречье, на улице Олимпийской, в Северном районе на стадионе ФМК и, конечно, на лыжном стадионе в Зашекснинском районе. В результате рекорд по количеству вышедших на лыжню – больше 4000 человек. Причем к акции присоединились даже гости города. Сегодня я просто случайно оказался в Череповце. Узнал, что лыжня России, но, естественно, в стороне оказаться не мог. Начинались состязания школьники. Свои команды выставили практически все учебные заведения Череповца и даже из района. А самые маленькие горожане вышли на старт вместе с родителями в семейной гонке. По выходным стараемся по погоде, если погода позволяет, стараемся ходить. Каждый выходной? Субботу, воскресенье, да. Большую долю в числе самых активных физкультурников череповцы занимают ветераны. Естественно, и на лыжню они выходят не только во время таких стартов. Они делают это регулярно. В прошлом году наша команда были бронзовыми призерами в эстафете. Так что после 50 лет, это уже 12 лет, это регулярно проехал 14 марафонов, 4 раза в праздниках сферы участвовал. В общем, это... ветераны, которые не стареют душой. В этих гонках главное участие. За спортивными результатами никто не гнался. Можно было выбрать дистанцию по силам. Поэтому получился веселый спортивный праздник.